Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Якасць аказання медицинской допомоги у поликлиниках «Гомеля» стала темой гарачай лінії обласного комітета Держконтролю. Падчас добрачынага концерта гамяльчане собрали каля 4000 рублёў на лячэнне Ганны Виноградовой. У сярэдзіне гэтага тыдня у регіон вернуцца маразы. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Недахоп урачоў так званых вузкіх спецыяльнасцяў, арганізацыя работы медыцынскага персаналу і памылкі падчас пастаноўкі дыягназу. Камітэт дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці сёння правёў гарачую лінію па пытаннях якасці і даступнасці медыцынскай дапамогі. Са зваротамі грамадзян азнаёміўся Алег Сінцюроў. Апошний раз горячую линию по пытаниях работы медицинских установ у Комитете державного контроля Гомельской области проводили у снежня минулого года. У студені 2017-го до этой темы вы решили звернуться знову. Такая пильная увага тлумачится, перш за все, целым комплексом проблем, которые існують у этой сферы. У вогуле сёлета у Комитете Держконтролю Гомельской области плануюць провести 4 мониторинги деятельности больниц и поликлиник региона. Плюс у середине года пройдет коллегия комитета, присвеченная пытаниям якости и доступности медицинской допомоги. Горячая линия – одна из магчимостей отримать додатковую информацию по этой тематике. А прича того, сегодня специалисты вывучают так само записи у книгах за увах и пропанов. Такий комплексный подход позволяет вызначить наиболее актуальные проблемы у деятельности галины. Люди в своих обращениях жалуются в основном на то, что попасть к узкому специалисту, к примеру, кардиологу, неврологу и так далее, зачастую день в день или на следующий день практически невозможно. То есть, как правило, запись откладывается к врачу на неделю, две, а то и более. Также распространенной проблемой является то, что к врачу попасть в то время, которое указано в талоне на прием, тоже практически невозможно. То есть это время, которое указано в талоне, оно практически никогда не соблюдается. Разом с тем у Комитета державного контроля Гомельской области погоджаются выразить все проблемы, которые означаются у деятельности медустанов, не так просто. Иная справа, что спасаться только на недохоп сродков, так само нельзя. У администрации Гомельской центральной городской поликлиники кажут об распрацованных и уже реализуемых мерах по организации больше эффективной работы медустанов. Починаючи с регистратур, куда человек звертается у первую чергу. До речи, скарги на работу этих подразделений у Комитет державного контроля поступают постоянно. Надо исключить в работе наших регистратур, с чем мы постоянно, скажем так, и занимаемся. Это ответ «приходите завтра». Основной вопрос регистратор должен, если у него отсутствует возможность плановой записи, записать его проблему в тетрадь ожидания и взять контактные данные человека, в последующем отработать с врачом, к которому должен попасть человек, по возможности его приема и информировать пациента, когда ему явиться на прием. Поэтому вот только в четкости поставлено, дал на алгоритмы работы, можно, в принципе, решить на 80% имеющихся проблем. Олег Сентеров, Валерий Юпанько, телерадиокомпания «Гомель». Белорусские артисты вышли на сцену городского центра культуры, каб потрымать двухгадовую Ганночку Виноградову. На лечение онкологичного захворывания ее необходимо 150 тысяч евро. Кольки удалось собрать подчас доброчинного концерта и как еще можно допомогчи маленькой гамельчанцы, расскажет Ганна Ковалева. У вересні життю сім'ї Виноградових поділилося на «да» і «пасля». У двухгодовій дочки Ганночки врачи діагностували рак мозгу 4-й стадії. Дівчинку одразу накерували на операцію у Мінськ. Пухліна, яку видалили, була поміром з кулак. Однак у худким часі стало зрозуміло – перемогчи хворобу цілком не вдалося. Небезпечні клітки промоцавалися до сосудів і ще одної операції. Їх уже не видалить. Альтернативний спосіб лечення пропонували німецькі врачи. Однак його кошт – 150 тисяч євро – для батьков неподъемны. На заклик об допомозе отгукнулись необыяковые люди. По всей области разгорнулся доброчинный марафон по сбору сродков. Сейчас собрано в районе 60 тысяч евро. Это еще пока, скажем так, менее половины от того, что необходимо. Но, тем не менее, это уже некоторое достижение. Людей очень много откликнулось. Я, скажем прямо, даже не ожидал такого резонанса и такого душевного отношения людей к чужой беде. Так что спасибо всем огромное за то, что помогаете, за то, что неравнодушны.
просьбу об допомозе не покинули без уваги волонтеры БРСМ. На сцене ГЦК яны собрали белорусских артистов, как провести доброчинный концерт. Коли мы не заняты на гастролях у иншей краине, або тут у Беларуси, мы заусёды готовы отгукнуться на такие проекты, потому что, по-перше, у многих из нас есть свои дети. Вось, и мы разумеем, что такое вось, эта маленькая детятка, и какое до его становище, и это ценнее, чем самое каштовное, что у нас есть у жизни. Дарыча, для Гомеля такие концерты поступово становятся традицией. Не так давно волонтеры БРСМ ладили подобное мероприемство у подтримку трехгодовой Киры Куруленко, якой так само необходимо дорогое лечение. И в этот вечер активисты заявили, покуль есть дети, яким потребна допомога, доброчинные марафоны будут проводиться и далее. Квитки на этот концерт разошлись за 2 тыдни. И уже в ближайшие дни каля 4000 белорусских рублей от их продажу поступит на доброчинный рахунок для маленькой Ганночки. Мы очень благодарны артистам, которые со всех уголков страны откликнулись приехать и выступить в этом зале для того, чтобы поддержать Анечку. И мы очень надеемся, что она поправится. И все же до необходимой суммы не хапая 88 тысяч евро. Тому допомога волонтеров протягнется. Наступный крок – установка скрыня для сбора сродков у хандлевых центрах. Оказать поддержку маленькой девчинце можете и вы. Для этого достаточно пополнить рахунок мобильного телефона 8 029 506 70 70. Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, Телерадио, компания Гомель. У середине этого тыдня в регион вернутся морозы. Резкое понижение температуры поветра отбудется у ночь на 26 студеня. Как поведомили в областном гидрометцентре, в ближайшие дни по-ранейшему будет вельготно и ветрено. В особных районах краины максимы невеликие опадки. Снег, мокрый снег с дождем, туман и слабый гололед. Температура поветра ближайшей ночью в складе от 0 до минус 5. Завтра у день чакается от минус 2 до плюс 3 градусов. У сераду максима слабая метелица. На протягу суток прогнозуется от минус 4 до минус 9 градусов. 26 студеня Украину прыдет больше холодное поветра. У нас слупки термометров покажут до 17, в особных районах до 20 градусов морозу. У день шакается до минус 10. Холодное будет и наступная ночь, а на выходных знов потеплее. И об спорте. Столичный дорожник у 7 раз стал уладальником Кубка Беларуси по мини-футболе. Финал 4-х розыгрышу турниру отбылся у Гомеле. С подробязностями Максим Савин. Заключный этап розыгрышу Кубка Беларуси примал гомельский спортивный комплекс «Локомотив». В первом полуфинале дорожник у дададзены час переиграл Борисов 905-4. У другой пары Лицельмаш так само с минимальной перевагой одолел аршанский «Витэм» 2-1. Таким чином афиша финала отрымался довольно привабной. Дорожник шестиразовый уладальник трофея. В опошние годы меньшане зорок с неба не хапали. Але в этом сезоне команда Валерия Дасько на подъеме. После первого круга чемпионату дорожник займает третий радок. Лицельмаш чемпион Украина уже 2 сезона запар. Однако кубок покуль команде с лиды не дается. Подначаленные Виктора Торчилы соступили у 2 финалах, у яких примали удел. Все лето все для Лицельмаша починалось удало. Дмитрий Клочко ударом сдалек на первой хвилине вывел свою команду наперед. Еще раз 2 хвилины стрел Клочко снова досягнул меты. 2-0. Меньшан, сдавалось, пропущенные голы не засмутили. Их атаки становились все больше настойливыми. И на 8-й хвилине Юрий Рабыка 1 гол отыграл. А на самом экваторе тайма зравнял лик. От этого разрушения гульцы Лицельмаша отошли не одразу. Не покуль яны вертались у гульню, меньшане вышли наперед. До сирены на перапынок Лицельмаша удалось изравнять лик. На старте другого тайма дорожник выглядал куды лепш за соперника, что и вылился у 2 забитые мячи. Подначаленные Виктора Торчилы отказали только одной чем. 5-4 дорожник завоевывая 7-й для себе Кубок Беларуси. На Лицельмаш снова застается без трофея. Я хочу поздравить Валерия Николаевича Дасько. Мы с ним в очень хороших дружеских отношениях. Вот. И как-то год назад, когда он у меня был на юбилее 50-летия, я ему сказал: Валерий Николаевич, ты долго ничего не выиграл, наверное, скоро ты выиграешь. Видите, я был пророком. Вот. Я его хочу поздравить, он этого заслуживает, потому что, ну, действительно, из того, что он делает и лепит, команда заслуженно сегодня победила. Приятно, что мы наконец-то какой-то выиграли кубок даже. Это, я думаю, что мы заслужили в этом сезоне. Как команда играет все игры чемпионата, все кубки с полнейшей самоотдачей, не взирая ни на травмы, ни на что. Ну, ребята, молодцы, что я могу сказать.
В ближайшие выходные мини-футбол снова вернется на паркет спорткомплекса «Локомотив». Лидер чемпионату Беларуси гомельский ВРЗ распочнет другой круг поединком с гродинским УЗ «Динамо». Агрокомбинат «Паўднёвы» прыме Барысов 900, у Светлогорску помеж собой сгуляют ЦКК и БЧ. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Всего вам доброго и до встречи в эфире.